Ну а ученые-атомщики, среди которых нобелевские лауреаты из разных стран мира, считают, что судный день на планете Земля настанет на 10 секунд раньше. Они установили на символических часах стрелки на отметку, которая означает, что мир нынче за 90 секунд от ядерной войны, а соответственно от глобальной катастрофы. И это рекордный показатель за все время существования этих часов. А созданные часы судного дня были еще в далеком 1947 году и с тех пор их использовали в качестве показателя того, насколько человечество близко к точке невозврата то есть, простыми словами, к самоуничтожению. Часы эти символичны, никакого механизма в них нет. И главная цель этого проекта показать, что Армагеддон может быть не за горами. Последние три года стрелки часов судного дня удерживались на отметке 100 секунд до полуночи. Однако в этом году они рекордно приблизились к исчезновению человечества. Стоит ли говорить о том, что сегодня главная причина, по которой стрелки этих часов сдвинулись, это полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины. Война подняла на поверхность проблемы, на которые раньше упорно закрывали глаза разные страны мира. Как взаимодействуют государства, как размываются нормы международного поведения, лежащие в основе успешного реагирования на глобальные риски. Ну и, конечно, незамеченным в этом контексте не осталось плохо завуалированные угрозы России применить ядерное оружие. Что обязательно нужно понимать: война против Украины не началась 24 февраля прошлого года. Де-факто российские войска нарушили государственные границы страны еще в далеком 2014-м. Но и до этого Россия не сильно заботилась о соблюдении норм международного права. Молдова и ее приднестровские районы, Грузия, Южная Осетия с Абхазией, армяно-азербайджанский конфликт, который тоже не обошелся без подливания Москвой оружейного масла в огонь. Мир все понимал, но упорно пытался верить в то, что все как-то само собой рассосется. Но нет, не рассосалась. Россия продолжала играть подкидного дурака, обвинять всех во всем, но при этом восстанавливать подобие Российской империи одной ей известной версии – тихой сапой. Посмотрите, как начиналась Вторая мировая война. Вы будете поражены, что мир тогда тоже не верил, что Гитлер дерзнет замахнуться на всех сразу. Европейские политики точно так же высказывали озабоченность и обеспокоенность, делали громкие заявления, но не предпринимали конкретных шагов, чтобы остановить это сумасшествие, выдавали желаемое за действительное, и мы все знаем, чем это тогда закончилось. В итоге слетевшего с катушек нациста смогли все же остановить лишь всем миром, объединившись во всем известную антигитлеровскую коалицию. Ну а на этом у меня все. А вы не забывайте подписываться на этот YouTube-канал, ставьте лайки, жмите колокольчики и, главное, комментируйте. Мне и всей нашей команде важно знать, что вам было интересно. Это, правда, мотивирует работать для вас дальше разбираться в сложном и докапываться до истины. Также вы можете поддержать донатами наш проект на Патреоне, ссылка в описании.